Шекспир – великий английский драматург и поэт мирового значения. Автор 37 пьес и 4 поэм и цикла из 154 сонетов. Трагедия Шекспира – величайшие образцы трагического мировой литературы. Это Ромео и Джульетта, Юлий Цезарь, Гамлет, Король Лир. Уильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в городе Стратфорд на Эйвоне, графство Уоркшир. По некоторым данным, он учился в Стратфордской драматической школе. По другим, что поэт посещал школу короля Эдуарда VI там же. 27 ноября 1582 года Шекспир женится на Энн Хэтуэй из Стратфорда тоже. Вторая половина 1580-х годов, начало 1590-х, так называемые утраченные или темные годы в жизни драматурга. Я сразу буду вставлять, вот как он женился, там получилось, что на 8 лет, по-моему, он взял старше себя, она была беременная, чтобы снижать позора. И еще по дням рождения. Вот даты как бы разные, но в общем-то приходят в основном к дате 26 апреля. То есть на этой неделе, поэтому мы и приурочили. Значит, вторая половина 1580-х годов, начало 1590-х, так называемые утраченные или темные годы жизни драматурга, о которых ничего не известно. В 1592 году Уильям Шекспир становится членом лондонской актерской труппы Бёрбиджа. В этом же году была создана его первая пьеса «Хроника Генриха VI». В 1592 по 1594 годы Шекспир создает несколько пьес «Хроники комедии». «Хронику Ричард III», «Комедия ошибок» и «Укрощение строптивой», ну и другие. А в 1592 году Шекспир печатает впервые под своим именем поэму «Венера и Адонис». В 1593 году выходит более длинная и серьезная поэма «Лукреция». В 1594 году выходит первая трагедия Шекспира «Тит Андроник». В 1595-96 годах написана трагедия «Ромео и Джульетта», вслед за ней купец Винцентий, Винцентский купец. В 1601 году написана пьеса «Гамлет». В 1603 году при Якове I труппа Шекспира получила статус королевской, а сам Шекспир вместе с другими старыми членами труппы звание камердинера. После 1606-1607 года Уильям Шекспир написал всего несколько пьес, а после 1613 года вообще прекратил литературную деятельность. В 1612 году Шекспир вышел по неизвестным причинам в отставку и вернулся в Стратфорд, где жила его жена и дочь. 23 апреля 1616 года Уильям Шекспир скончался. Вот я так кратенько взяла.